Ох, ёж-моёж, вот я вам сейчас прикол-то расскажу. Давайте, новое видео на канале Гаджетмания. Я начинаю. Поехали! Новый год, уже 15 число, а он еще так и не закончился для меня и для моего канала. Мой один из самых любимых, да что я там говорю, самый любимый магазин tomtop.com оказывается думает о своих любимых видеоблогерах, думает о своих любимых покупателях и прислал мне подарок. Я даже этого не знал, ушла речь там туда-сюда, на обзор, непонятно что. В общем, в итоге все это как-то подутихло, я ничего не ждал. И тут звонит курьер. Здрасте, здрасте, тоси-боси, привозим. А есть возможность получить посылку? Ну да, есть. Сколько грамм? 796, 756. Привозите. Привозят. Но, во-первых, это все доставляется непонятной курьерской службой. Но это уже понятно. Сейчас уже второй или третий раз это все доставляется. Курьер-сервис Экспресс. Самая фуфловая курьерская служба на свете. Вот вообще. Просто никакая. Я не знаю, зачем они заключили контракт с этой службой, но доставляет курьер сервис Экспресс. Пишется у нас, пишется. И я наблюдаю, что вот прям большой такой скотч. Видно, что посылка была. И это не первый раз. Потому что в прошлый раз я вам не показывал. Приходил штатив, приходило еще что-то. Посылка была разрезана. Вот эта вот шляпа была наклеена на пакет. Во-первых, пакет а-ля Gearbest, и вот он такой. Всегда были белые пакеты. Это что за мусорная шняга? Это хорошо, что здесь внутри, как потом выяснилось, мягкое изделие. То есть, мягкое изделие, да? Мягкое резиновое изделие, хотел бы сказать я, но не могу. Здесь ни хрена не мягкое резиновое изделие. Здесь рюкзак от Xiaomi, надеюсь. Потому что я только открыл, убедился, что здесь не смартфон, слюни порванный. В общем, друзья... Курьер сервис Экспресс, магазин здесь ни при чем. Единственная просьба, пожалуйста, замените вот эти вот шлакопакеты, в которые даже трупы будут стыдно упаковывать, как бы, если они у вас есть. Просто, короче, замените, пожалуйста, пакеты. У вас всегда были хорошие белые пакетики. А так я даже не знаю, по скорости, но курьер сервис Экспресс доставляет посылки там, ну, пускай будет там за... Ну, 2 недели, 10 дней. То есть это относительно быстро. И курьер привозит на дом. Это большое спасибо. Но почему они рвут эти посылки? Почему присутствует этого скотча? Я как... То есть получала жена, да, она... Я не было, меня не было в городе, как бы. Она такая звонит мне. Паш, чё? Я говорю, ну, чё, бери, чё. Будем снимать на видео. Я пришел, посмотрел, как бы. Вот сейчас распаковка. Итак, здесь у нас... Давайте посмотрим, что у нас здесь. Открываем вот такой вот большущий пакет. Такие пакеты всегда нужны. Здесь он был завернут вот так вот 2 раза. Пакет я еще не доставал, не открывал. И поэтому можно смело писать большими буквами «Распаковка подарка на Новый год от магазина TomTop». Я мог бы вам соврать, сказать, что я купил. Нет, это подарок. Открываем. Пакет обязательно сохраняем, потому что даже на самом пакете есть какой-то штрих-код. Вот здесь вот штрих-код. Пакетик у нас идет в сторонку. И мы смотрим, что это у нас здесь такое. А что это у нас здесь такое? А у нас здесь бэг, 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 бэг. Сумка, бэг, бэкпэк, бэкпэк. Рюкзак, по-английски бэкпэк. И это у нас рюкзачочек. Your by designer. Дизайнер. Вы говорите, скучно смотреть Пашу с Гаджетмани. Вы хотите, чтобы я вел себя, как некоторые ведущие там с каналов. Раз паковка, два паковка, бил по столу, как известный американский ведущий. Ну что ж, может быть, когда-нибудь и проэкспериментируем. В общем, вы все знаете, что лучше, купить рюкзак где-нибудь в Ашане за 1999 рублей, который у вас расползется? Нет. Что лучше, купить рюкзак ноунейма? Бывают, кстати, хорошие ноунеймы, которые на Алиэкспрессе показывается как такой вот такой большой рюкзачело, а в итоге приезжает вот такой сверток в виде какой-то рулона туалетной бумаги, и он сделан из полиэтилена. Нет.
лучше довериться нашим любимым производителям Xiaomi. Я уверен в качестве и оригинальности этого рюкзака по одной простой причине. Потому что магазину tomtop.com никакого смысла обманывать вас как покупателей нет. Они получают товар напрямую с завода. Итак, давайте по рюкзачку. Много моделей, ссылки в описании. Я не знаю, какая модель именно эта, потому что когда-то речь шла о чем-то другом, сейчас, может быть, это совсем другое. Что у нас? Ну, у нас такой достаточно прикольный, стильный городской рюкзачок. Давайте открываем. Здесь есть несколько отделений, подумали бы вы. Да, вы оказываетесь правы. Здесь есть отделение номер один. Оно открывается на 90 градусов. Вру я, не открывается, 45, потому что здесь вот есть вот такие вот штуки. Я не знаю, нет, оно не снимается. Первое отделение — это отделение под ноутбук. Что оно имеет в себе? Имеет в себе следующее. Я часто, не то что путешествую, часто езжу в командировки недалеко от дома, в частности в Санкт-Петербург. И здесь мне, наверное, будет удобно возить непосредственно ноутбук, который, кстати, лежит здесь. И для проверочки мы его обязательно сейчас здесь сюда положим. Первое отделение большое, да вы кучу смотрели раз распаковки такой штуковины, я просто свои впечатления выскажусь. Рюкзак, значит, качество исполнения, забыл сказать про из каких материалов это сделано. Это, знаете, такая водоотталкивающее покрытие, брезент, не брезент, ну, в общем, спецткань, которая очень хорошо будет отталкивать воду. Сзади у нас есть ручка, которую вы можете, если у вас есть чемодан с такой палкой дорожной, вы можете одеть, и у вас ничего не будет болтаться. Дальше. У нас есть вот такие вот штуки в виде плечевых ремней. Они с прорезиненной, с такой, не с прорезиненной, а с обычной, с матерчатой сеткой, для того, чтобы вам здесь все не натереть, и при этом пот с вас не тек градом, и вы могли благополучно передвигаться по городу. Достаточно прикольные. Вообще, качество исполнения, те несколько минут, что я трогаю этот рюкзак, они достаточно хорошие. Вы можете отрегулировать на любую высоту. Есть ручка, она здесь прошита двойным материалом, который еще более прорезиненный, чем материал самого рюкзака. Вы можете держать за ручку, и здесь есть уверенность, что у вас этот рюкзак с рук не вывалится по причине того, что ручка оторвется. Но все это дело проверяется вообще в течение нескольких месяцев эксплуатации непосредственно в поле, как говорится. Днище. Самое главное в рюкзаке, одно из самых главных, это лямки. Мне кажется, что они надежные. И днище. Друзья, посмотрите на днище. Днище рюкзака прорезинено, наверное, на 99%. Даже если вы поставите рюкзак с ноутбуком в лужу, мне кажется, что с ним ничего не произойдет. И фронтальная часть нашей поверхности рюкзака, она у нас аскетично, минималистичная. Она имеет только всего лишь интересный логотипчик, ее дизайн, тра-та-та. Вот эту штуку придется потом снять. И, соответственно, по карманам. Давайте по карманам. Первый карман, который я открыл, это самый большой карман. Здесь присутствует, пожалуйста. Сейчас мы сфокусируемся. Первый карман, который я открыл, это вот такой вот кармашек. Здесь есть несколько отделений, в том числе большое отделение под ваш рюкзачок. Сейчас мы туда этот рюкзачок, точнее ваш ноутбучик, рюкзачок на лямочке. Убирается ли сюда 13-дюймовый? Сюда пятнашка влезет вообще без проблем. Просто 15. 17 не влезет. Тринашка без проблем влезает. Вот так это все выглядит. Далее, кармашек под всякую лабуду. Дальше кармашек под документы на молнии. И, в принципе, все. Это отделение ясно, как божий день. Мне кажется, что туда надо упаковывать ноутбук, пару-тройку футболок и трусы запасные, носки, это обязательно. И все, если вы едете дольше, чем на сутки. Ну и, наверное, все, да. Второе отделение выглядит следующим образом. Это вот такой большой рот-карман.
Вы сюда также можете положить свои папки с документами. Да, у нас что у нас там? Почему у нас? Что у нас гремит? А, у нас гремят эти штуки. Кстати, сами язычки, они содержат логотип Xiaomi, и это круто. И они такие массивные, алюминиевые, железные, покрашенные в черный цвет. Это круто. И имеет два дополнительных микрокармана. Это Urban Style, тра-та-та. Что это означает? Городской рюкзак для путешествий на недолгие расстояния. И самое главное, на самом бэкфронте, точнее наоборот, фронтальной поверхности у нас есть молния, которая хорошо ходит. Вообще все молнии хорошо ходят. Есть такой небольшой лайфхак. Натрите по старой доброй памяти воском свечи все ваши куртки, замки и все, что с этим связано. И у вас будет все скользить просто как по маслу. Я слышал такое когда-то от бабушки с дедушкой и почему-то сейчас об этом вспомнил. Так, далее. У нас вот этот маленький карманчик, третий по счету. И здесь вот такая вот пипюлина. Не буду говорить матерным словом, пипюлина просто скажу. Она с карабинчиком, даже такой маленький карабинчик, в принципе, выдержит такой какой-то небольшой удар. Сюда вы непосредственно можете закрепить свои ключи или что вам в жизни важно. В общем, друзья, все это богатство, можно сказать. Это качество Xiaomi-овское. Это все стоит, это, скорее всего, лучше вот так вот сверху. Это незащищенный рюкзак от порезов, но это тот рюкзак, который вы можете себе позволить. Все, что надо сделать, это пройти по ссылкам в описании. Поддержите меня, поддержите магазин. Вам будет хорошо, мне будет вдвойне хорошо. Если понравилась цена, то приобретаем. Качество подтверждено каналом Gadget Mania. Рюкзаки от Xiaomi, они, кстати, сейчас подешевели, нужно брать. То есть там, ну что, камон, 2000 рублей, и у вас хороший рюкзак. 15-дюймовый ноутбук ваш влезет, трусы ваши влезут, пауэрбанки влезут. Нет отделения под воду, да и бог с ним, это не так уж важно. В руке понесете воду или еще где-то, или купите бутылку. В общем, вот такой вот рюкзачок магазину tomtop.com. Интернет-магазину tomtop.com. Большое спасибо за новогодний подарок. Всем менеджерам передаю привет. Руководству привет. В общем, счастья вам, добра, побольше клиентов, побольше доходов. Мне побольше подписчиков. Вы молодец, что досмотрели этот ролик до конца. Я постарался его снять вам на полнейшем позитиве. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под этим видео. Ссылочки на товар будут в описании. Покупайте Xiaomi, потому что они делают все от туалетной бумаги до космических кораблей. Хотя их еще, наверное, не делают. Ну и, в принципе, пишите, что вы супергерой. Есть чат в Телеграме, ссылки все там же, в описании. В общем, совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.